Шеф-повар Максим Григорьев. Блины с сардинами в масле, рисом и яйцами. Предлагаю вашему вниманию тончайшие молочные блины с отличной сытной начинкой из сардин в масле, яиц и риса. 2-3 таких блина с начинкой вполне могут заменить один прием пищи. Они очень сытные благодаря наличию в начинке рыбы и большого количества яиц. Перед подачей такие блины можно дополнительно обжарить на сковороде, на небольшом количестве сливочного или растительного масла. Время приготовления – 50 минут. Ингредиенты – тесто. Масло подсолнечное рафинированное – 3 столовые ложки. Молоко – 500 мл. Мука пшеничная – 200 грамм. Сахар – 1 столовая ложка. Соль – 1 чайная ложка. Яйца куриные – 3 штуки. Ингредиенты начинка. Масло подсолнечное рафинированное – 3 столовые ложки. Молоко – 500 мл. Мука пшеничная – 200 грамм. Сахар – 1 столовая ложка. Соль – 1 чайная ложка. Яйца куриные – 3 штуки. Лук зеленый – 1 пучок. Рис пропаренный 50 г. Начинка. Сардины в масле 240 грамм. Соль 0,5 чайных ложек. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится зеленый лук, рис, яйца, молоко, мука, соль, сахар, подсолнечное масло, сардины в масле. Шаг 2. Соединить 250 мл молока, соль, сахар и яйца. Взбить венчиком. Шаг 3. Вмешать просеянную муку. Добавить подсолнечное масло. Хорошо перемешать до исчезновения всех комочков. Шаг 4. В конце влить остальное молоко. Тесто получается довольно жидким. Шаг 5. На несмазанной горячей сковороде выпекать тонкие блины. Шаг 6. Для начинки яйца отварить и нарезать средним кубиком. Шаг 7. Рис отварить до готовности. Соединить рис, яйца, нарезанный зеленый лук, размятые сардины без масла. Приправить по вкусу солью. Шаг 8. На каждый блин выкладывать по 2 столовых ложки начинки. Сворачивать блины конвертом. Шаг 9. Блины с сардинами, рисом и яйцами готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.